Вот. Мы хоть и устали, но взяли с собой Леру. Ир, в стороночку. Это самое. И идем на Фиолент. На спуск. Ой, у нас там впереди еще пара молодых. Дорогу сделали. Это просто. Что тут было? Ой, господи. Была такая разбитая дорога. Ой. Так. Вот Егорка у нас уже себе нашел девушку. Елизавету. Вот Гриша там с Женей дома. Ну что, пойдемте потихоньку. Вот. Так что по парам разбились. Молодежь. Ты устала? Да ладно, ты такая молодая, тебе 3 года всего. Пойдем, да, тут дорожка в горку. Тяжеловато. Лерочка, давай в стороночку отойди, зайка, машина, ты видишь? Вот нравится мне очень вот такой подход к делу. А если еще, кстати, сделать вот такой забор из бутылок, но мне не нравится, что они, ну они как-то да вот сделано, или уже потолще бы забор сделали, чтобы вот это вот скрыть как-то. А так вообще идея, конечно, очень хорошая. Узковатая, конечно, улица. И они носятся так, и ну, как-то небезопасно чувствуешь себя. Но, ой, ну сделали дорогу. Ой. Мы раньше сюда же ездили часто с Алинкой. Так жалко было машиночку нашу маленькую по этим ямам. Не дожила Алинка, сейчас посмотрела бы. Какая дорога стала. Меняется. Все меняется. В лучшую сторону. Тоже не знаю, что это. Слушай, он такой пахнет хорошо. Видишь, прям чувствуется. Не знаю, что это. Тут столько всего растет, что... Прям брусчаточку положи. Да просто, я тебе говорю, не узнаешь. Вообще, я в феврале приехала. 2 года я не была здесь. Лошадка там, да, лошадка. Ну вот, пляж Яшмовой. 0,6 километра, ага. 800 ступенек. Обалдеть. Чайная монастырская. Ага. Прямо, не. Так, машину сзади отходить. Вот такую красоту навели на Фиоленте. А вон они стоят, ребята. А. Да, за 2 года все поменялось. Да за 2 года. За год, Ир. 2 года назад я вот была. Это я свое мнение. Ну. Красоту какую сделали. Что тут было-то, господи? Монастырская чайная. Да, вот так, кто не был на Фиоленте давно, вот так вот выглядит теперь район монастыря. Пойдем, пойдем, прямо. Прямо. Пойдем там вдоль забора туда. Там море. Да, в феврале-то я была. Тут такой холод был просто. Со всех регионов-то, конечно. Да, со всех регионов машины. Уже конец апреля, а уже люди наприезжали. Да нет, даже не на берег. Прям набережная стала высокая. А отсюда люди спрашивают, люди куда спрашивают? Очень, конечно, хорошо сделали. Я не знаю, может, есть какие-то минусы, но... Никогда здесь не была. Лестницу какую сделали. Ходили по тропинке. Да, одни кусты были, да, да всякие
Вот там вот монастырь мужской. А вот туда, вон, где Егорка прыгает. Кораблик, да, кораблик, Лерочка. Кораблик там. Вон гора Медвежонок. Курносик. Вот, и там прям, видишь, все внизу-то вон. Да, и там смотровая площадка. Да. Красота. Это мое любимое место. Там мыс Ая. Как в дымке, как нарисованный. Угу. И посмотри, море как нарисованное. Угу. Просто нарисованное. Обожаю это место. Сколько машин, с ума сойти. Это еще только это. Конец апреля, вон что творится. Здесь всегда народ. Но сегодня погода 24 градуса. Вон, видите, Ирина Александровна в чем ходит. У нее шорты, извините, аж по самую не балуй. Егорка, ты не убегай никуда, зай. Сейчас я спущусь, а то я не могу по ступенькам ходить и в камеру смотреть. Да, Яшмовый пляж, это, конечно, очень хорошее место, красивое, но туда 800 ступенек надо идти. Вот вон там люди идут. Сейчас я вам попробую показать. Ой, что это я показываю? Это целлофан какой-то. Ну вот, короче говоря... А можно мы завтра пойдем? А кто ты пойдешь? С кем ты пойдешь? Вот, иди сюда. Вот. Осторожно, с Валерой. Тут с ума сошел, Валера маленькая. С крестиком с вон. Камень. Тихо, это не камень. Ну я просто говорю так. Я пошел. Вон, а там на пляже народ загорает. Там на пляже уже кто-то есть. Загорают люди. Там же люди отдыхают, загорают. Слушай, на байдарках плавают, видишь? А где байдарки? Нет, Лерочка, я тебя не отпущу, ручку не отпущу. Нет, потому что нельзя. Я тебя держу. Место шикарное, да, он на байдарках там плавает. Кто-то там купается. Там кто-то купается там. Да, раньше мы... спускались туда, но сейчас с моей ногой, девочки, я бы с удовольствием сама бы спустилась. Мне назад будет не подняться. Вот тут выносят яшму на пляж, когда шторм. Быстренько народ... кто этим делом занимаются, собирают яшму эту кусками. А так можно найти, я находила, ну, маленькие-маленькие кусочки. Так, ну вот это я уже говорила на видео, что здесь в 1820 году из Байдарской долины с генералом Раевским и его сыном Раевским-младшим Пушкин прибывает после полудня в Георгиевский монастырь. Вот, и потом они поехали уже в Бахчисарай. То есть в этом монастыре Пушкин был. Вот тебе китайцы тут. Люба, Люба, есть Люба, бабушка Люба. Ты видишь, уже и тут китайцы. Да. Вот.
К чему холодные сомнения, я верю, здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Но в сердце бурями смиренном теперь и день, и тишина, и в умилении вдохновенном на камне дружбы освященном пишу я наши имена. Риф мы посетили в Георгиевском монастыре Пушкина. Так что вот так. Ну, очень хорошо сделали, прям, ну, очень хорошо. Ну, во всяком случае, очень удобно ходить. Вот если еще бы сделали... слышь, Ирин, вот ты мне скажи, я тебе тоже скажу. Как это называется, который... Фуникулер. Фуникулер. Пошли, Лерочка. Лерочка, сделали пойдем. Сделали бы туда, на пляж, фуникулер. Это была бы вообще сказка. Потому что, ну, очень хочется, но сложно. Он здесь просто необходим. Да, да. Просто необходим. И для удобства людей. И вообще вот это вот. Ну, очень, ну, очень высоко. Сюда столько людей приезжают, экскурсий столько. Ой, ну это же... Нет, куда ты туда? Нет, зайка. А вы воду с собой не брали? Нет. Мы сейчас пойдем зайдем в магазин. Купим. А что ж нет-то? Как же мы без денег пошли? Лизавета. Я, без денег. Не, ну я-то взяла. Сейчас зайдем. Вот, так что вот такие, вот такая красота, фонарики вот по ночам светятся. Очень хорошо, очень красиво, молодцы. Но хочу сказать, это место еще и место самоубийц. Я помню, вот несколько лет назад мы еще тут жили, женщина на машине. Разогналась и... Вот. Ну и вообще были всякие, много случаев таких. Вот. Ну а что сделаешь? Люди все равно найдут, где им, если надо. Но место волшебное, конечно. Все, все, пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Пойдем, пойдем. Роста не хватает. Подсадишь? Там какой-то копейки будем ложить. Да. Вот видите, каких только тут нет людей. Ну, там 50 в Подмосковье. Это вот я даже не знаю, что за флаг. Угу. Там я и Сапскова видела. Вот. Угу. Восемнадцатый, 59-й. Будь здоров, Валер. Ну это ладно, это Краснодар. Понятно. Тихо, не ходи никуда. Ну все, мы прогулялись. Пойдем назад к Мише. Я не знаю. Я тоже же не понимаю, что она говорит. Я же с ней мало общаюсь. Нельзя. Машинку дать. На машинку. Вот круглый год здесь. И зимой. Машины, люди, экскурсии. Круглый год. Но летом просто, конечно, сумасшествие. Ну ладно, мы пошли домой. Устали.